Какие огромные зубы! Кто ты такой, существо? Ты страшное! Ты-то кто такой? Почему ты такой огромный круг на меня нападает? Отстань от меня, злодей, ты огромнейший! Ой-ой-ой, ребята, что мне делать? Нет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ты кто такой, рогатый, а? Ты чё ко мне пристал? Ребят, привет. На меня тут нападают эти крупные бронированные мужички. Или кто это такие, я не знаю. Так вот, ребята, ну что ж, давайте будем проходить дальше нашего круглого шарика, который справляется с черными круглыми шариками. Я не знаю, откуда они здесь взяли, и нам нужно узнать эту тайну, ребята. А перед тем, как мы начнем проходить, на островочек запрыгнул я. Подожду и расскажу вам пока что интересное. Так вот, перед тем, как мы начнем проходить, вы можете поставить лайк, подписаться и написать какой-то комментарий, вы попадете тогда в следующее видео. Но, ребятки, так как вас очень много, но вы у меня самые крутые, я с вами могу пообщаться в комментариях, это то, что я вам могу предложить. Или же самый активный подписчик, который будет проявлять лучшую активность, писать много комментариев, ставить много лайков, то есть я его замечаю, я уже таких ребят заметил, то я их точно покажу в следующем видео. И покажу еще тех ребят, у которых комментарий не набрал ни одного лайка. Договорились? Ну, ребятки, тогда погнали! Я бы, конечно, показывал все ваши комментарии, но, ребят, это займет очень много времени, честно. Очень много времени. Я лучше потрачу это время специально для вас, для того, чтобы отснять еще кучу роликов. Договорились? Ну, я надеюсь, вы не обидитесь. Мы продолжим дальше кататься. Кататься в наших приключениях с красным шариком. Так, тележка. Оп, все, мы ее туда докинули. Эй, ну куда ж ты прыгаешь? Мне же нужно здесь все сделать-то. Вот. Все, ящик мы сюда задвинули. Теперь что? Теперь мельничка. Мельничка, мельничка. Ой, куда ты меня катишь, мельничка? Мне нужно сюда наверх. Мельничка. Нет, ну вы представляете, как такое может быть. Хорошо, мы здесь вроде как прошли. Да, мы точно действительно справились с этим уровнем. И тут смотрите, кто находится. Находится этот шарик. Так. Ой, мы скинули его вместе с чем? Нет, ребята, его не нужно было скинуть. Нам нужен был ящик. Ой, мне пришлось полететь за ними. Просто полететь за ними. Окей, ящик теперь у нас свободен. Мы возьмем эту палочку. Потом еще того шарика прибьем. И теперь нам этот сундучок последует подъемом наверх. Вот так вот. Ну, пока что мы у тебя с тобой расправимся, чтобы ты мне больше не мешал. То, смотрите, еще рычажок нам какой-то подкрутит, и мы еще и упадем. Нам это не надо? Конечно, нет. Так. Ой, звездочка внизу. Ты думала, я тебя не найду? Ха-ха-ха-ха. Ах ты ж звездочка. Конечно, я тебя найду. Еще и как найду. Так. Вроде бы все хорошо. Флажок тут у нас есть. А, нет, да куда я опять упал? Ну что ж ты будешь делать? Что ты будешь делать? Все, тут вроде бы все нормально. Катимся. Так, 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 так. И тут забираем. Все, мы, ребята, вроде бы забрали. Так, отлично. Теперь мы должны сюда запрыгнуть и покатиться на правую сторону. Ну-ну-ну. Толкайся, толкайся. Все отлично, все отлично, все. А ну-ка иди сюда, сейчас мы тебя в воду и закинем. Закинули его в воду, а теперь запрыгиваем вот сюда. Забираем наши звездочки и продолжаем наше крутое путешествие. Так, а ну-ка, что у нас тут? Тут у нас этот маленький кружочек, которого мы задавим. Тут еще куча кружочков. Хорошо, и с вами мы справились, отлично. Теперь что будет тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы допрыгнули, ящичек. Ящичек нам обязательно понадобится. Нет-нет-нет, ну не для того, чтобы утонуть. Ну что ж ты будешь делать? Вот этот ящичек мне понадобится уж точно. Но только нет, ну-ну-ну, куда ты опять утонул? Ну, красный шарик, ну что ж такое? Хватит тебе купаться в водичке. Ты, по идее, не должен тонуть. Ты же внутри пустышка. Ну ладно, шарик сейчас и обидится, то что мы его пустышкой называем.
Наверное, это не так, и он совсем не пустышка, нет. Ну, куда я опять упал? Так. Что? Ты когда? Когда он успел еще так сделать? Так, ребята, подождите. Нет, я так просто его не оставлю там одного. На него нужно напрыгнуть. Хоп, и все. И теперь он нам точно не помешает. Так, мы здесь забираем это все дело и прыгаем дальше. Тут мы можем брать вот такой вот разбег. Что еще? Передвинем эту штучку. Запрыгнем вот сюда. Звездочку эту используем. Что нам еще понадобится? Так. Задавить этого шарика. Даже двоих шариков? Ого, сколько вас там много. Прикольно. Тут есть еще звездочка. И еще звездочка. Отлично. Ай, нужно быстрее. Так, мы успели прыгнуть, только здесь этот рогатый, который упал, ребята. Так, это что у нас тут за крот? Ты что за подземное существо тут по всяким норкам ходит, а? Так, я думал, я запрыгну, ну почему-то запрыгнуть у меня не получилось, ребята, странно. Почему же так происходит? А ну-ка. Давайте с той стороны, нам нужно это сделать. Ну почти, да почти запрыгнул. Так, звездочка 1, звездочка 2. Пока что все хорошо. Так, а как мне с этой штукой справиться? Эй! Как мне закатить эту тележку? Может, все-таки еще получится? Давайте. Так, ну она почти заехала, только второе колесо нужно допихать туда. Все, мы ее запнули. Теперь можем вот этого маленького злодея. Пиу. Сверху на него прыгнули, и теперь нам никаких проблем не составит. Так, только не падать. Только бы не падать. Эх. Отсюда сделаем супер прыжочек. Вот это круто мы прошли. Так, какая-то тележка. Лешка, ты зачем мне нужна? Ай. Тут я вижу какой-то огромный шар. А зачем он нам тоже нужен? Чтобы вот этого малыша раздавить? Ну хорошо, тогда давайте его пока не будем трогать и раздавим его чуть позже. Пока что передвинем эту палку на ту сторону, чтобы по ней смог прокатиться этот огромный шар. Хоп. Так, эй. Ты мне еще понадобишься, шарик. Бум-бум-бум. Смотрите, раздавили его. Вот это круто. Теперь что у нас тут? Есть еще несколько шариков, да? Ну хорошо, мы и их раздавим. И у нас дальше будет, ребята, босс. Ого. Ай, нет, да как я смог утонуть-то перед тем, как босса проходить? Ну что ж ты будешь делать? Ай, тихо. Тут не надо падать. Все, ребята, теперь босс. Ну что ж, посмотрим. Ого, какой-то большой круг. Ты-то кто такой? Почему ты такой огромный круг на меня нападает? Отстань от меня, злодей, ты огромнейший. Ой, ребята, что мне делать? Нет. Ай-яй-яй. А ну-ка, держи. Что ты собрался на меня нападать? Как он так метко попал в нас? Нет. Одна жизнь, ребята. Одна жизнь осталась. Что же делать-то, а? И он тут сразу двух своих шариков выпускает. Так, а ну-ка отстаньте от меня. Шарики. Хватит за мной гоняться, вам говорю. Так, и что? Ой, вот эти, конечно, ребята опасные. Но мы их костюмчики разбили, и теперь они нам не составят никакой проблемы. Так, ну все, его осталось 3 раза ударить. Так. Хе-хе. Последний удар, ребятки, мы сейчас его победим. Ну давай, останавливайся от этой. А, еле успели. Вы посмотрите, как он разогнался. Все, ребята, мы выиграли.